28 ноября в детском саду «Чебурашка» в группе «Забава» прошел открытый урок. Ребята играли в веселую математику, отвечали на вопросы воспитателя и выполняли задания. Вы должны быстро отвечать. Можно по одному, можно хором. Готовы? Да. Готовы. Итак, у кого больше ног, у курицы или у коровы? У коровы. Хорошо. Дошколята решали математические примеры, строили из геометрических фигур животных. Педагог Ирина Минина беседовала с ребятами и постоянно поддерживала интерес к занятию. Математика очень нужна детям, потому что ни одна профессия не обходится без математики. У меня больше всего интересного было по сложению фигурок. И вот эти фигуры складывать. А учиться тебе нравится? А зачем ты учишься? Чтобы быть умной. Я хорошо решал примеры. Мне это понравилось и многое другое. Я буду в школе учиться хорошо на одни пятерки. Благодаря такому подходу воспитателей у детей уже в детском саду появляется желание хорошо учиться в школе.